Thank you.
вашем лучшем празднике работает L-Studio. Мы начинаем! Ух ты, ух ты, ух ты! Пьешка, не побежали, скорей, скорей, нас уже совсем заждались! Итак, всем привет, привет, друзья! Мальчишки, девчонки, все вставайте со своих мест и подходите ко мне поближе. Итак, друзья, я начинаю считать до трех. Кто хочет получить волшебные подарки, подбегаем ко мне поближе. Один! Скорей, 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 подходим, мальчишки, девчонки, все, все, все! Итак, уже два. Поторопитесь, ребятки, кто не успеет подойти, тот подарков не получит. Итак, скорее, 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 все, все, все подходим. И ровным счетом у нас будет три. Отлично, все успели. И для начала давайте, ребятки, мы с вами поздороваемся. Итак, мальчики, девчонки, всем привет! Отлично, друзья, вот рассказывайте. Мы к вам сегодня так спешили на праздник, что совсем забыли. Какой у вас здесь сегодня праздник? Кто нам поможет и подскажет? Скажи, красавец, какой праздник? Праздник у кого? У Айдара! У Айдара! Отлично! А какой праздник у Айдара? Новый год сегодня, что ли? Или ему новый дом купили и это отмечаем? Какой праздник? День рождения! Отлично! Ну что ж, вот мы узнали, что сегодня у Айдара день рождения. Всего-навсего, Фиёшка, Мини, нам осталось найти нашего именинника. И мне кажется, мы с этим должны справиться. Попробуйте, найдете или нет? Я уже нашла! Вот он, наш Айдарчик! Нет, ты что, Фиёшка, Айдар — это имя мальчика, а это же девочка. Эх ты, Фиёшка! Вот он, смотри, нам подсказывают. Итак, ну, пойдем сюда поближе, подходи ко мне поближе, и вот... Поворачивайся ко всем своим друзьям. Ну что ж, ребятки, скажите, пожалуйста, Айдару сегодня, правда, 4 года исполнилось? Да! Отлично. Айдарчик, а скажи, пожалуйста, тебя уже сегодня все поздравили? Да! Отлично. А подарки тебе подарили? Молодец. А в ладошки хлопали, кричали, поздравляем, или еще нет? Нет, вот как раз таки именно это сейчас мы с вами исправим. Но для начала, мальчишки, девчонки, давайте все вместе возьмемся за ручки, сделаем один большой красивый круг. Ну а в центре нашего круга будет стоять наш именинник Айдар. Итак, все-все-все беремся за ручки, делаем-делаем кружочек. Отлично, теперь все ручки отпускаем, все-все-все отпускаем ручки. Айдар, давай, мальчик, отпускай ручки. Я хочу поздравить тебя с твоим прекрасным праздником. А теперь все вместе хлопаем и кричим «Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Ура!» Отлично! Поздравили, Айдара! А теперь, мальчишки, девчонки, рассказывайте. Вот так как сегодня самый настоящий день рождения, то вы пришли сюда, чтобы повеселиться, правильно? Круто. Но сейчас, чтобы начать наше с вами самое крутое веселье, нам с вами нужно как следует размяться. И для этого, мальчишки, девчонки, все подходим к Мини-Маус. Скорее, скорее, все-все-все подбегаем к Мини-Маус поближе. Все-все-все к Мини-Маус. Пойдемте тоже здесь. Итак, а теперь все вместе поворачиваемся ко мне лицом, все смотрим на меня. И все встаем пошире друг от друга. Чуть-чуть шире-шире встаем. Итак, мальчишки, девчонки, слушаем внимательно Фиёшку. Она приготовила самую крутую танцевально-музыкальную разминку. Вот для начала, ребят, что вы сделаете, если я вам вот так вот ручкой помашу? Что вы делаете? Повторяй, машем, машем, машем. А теперь руку только сильнее. Молодцы. А теперь ножки вот так. Бах, бах, бах. А другой тыщ, 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 тыщ. А теперь тыщ, бат, тыщ, бат, тыщ, бат. Ух ты. Молодцы! А теперь вот так вот! Отлично! И сейчас, мальчишки, девчонки, под самую веселую музыку танцуем и повторяем все движения за нами. Приготовились и поехали! Повторяем! Все машем ручками и топаем ножками. Поднимаем ножки выше, ребятки. Можно даже в припрыжку. Итак, веселее, веселее. А дальше повторяем. А теперь все прыгаем! Кто прыгнет выше меня, тот получит подарок. А теперь все хлопаем. И все кружимся. И в обратную сторону. А теперь все ручки приготовили и повторяем. Yeah.
Как? Ты что, не видела? Мальчишки так круто танцевали, что совсем забили девчонок. Правда, мальчишки? Да. Да, вот. А мне кажется, что девчонки были круче, ведь правда, девчонки? Да! Ну ладно, я смотрю, сейчас мы будем проверять, кто же круче, мальчишки или девчонки. И для этого все мальчишки, подходим ко мне поближе, скорее мальчишки. Ну что ж, и сейчас вот у нас получились две крутые команды, но наша команда немножечко неравная. Поэтому сейчас мы выберем по одному участнику, а точнее целых двух участников нашу команду мальчишек. Итак, мальчишки по очереди выбирать. Хотя нет, давайте сделать так. Вот сейчас вы у нас, наверное, сестра Айдара, да? Мама, извините, тогда скажите мне, пожалуйста, вот сейчас, точнее, помогите нам выбрать участников в нашу команду. Буквально двоих, любых гостей, кого хотите, выбирайте в нашу команду. Итак, пойдемте, как раз вот вас двое. Прекрасно, вот мы и справились с этой задачей. И сейчас, мальчишки, девчонки, смотрите, у нас есть две крутые команды, но нашим командам до сих пор чего-то не хватает. Девчонки, как вы думаете, чего не хватает нашим командам? У каждой команды должно быть такое красивое, правильно сказать, название. Поэтому сейчас мы с вами будем совещаться в наших командах и придумать крутые названия. Поехали! Итак, мальчишки, как будем называть нашу команду? Итак, девчонки, а вы что стоите? Название придумывайте себе. Как всегда, девчонки. Правда, что ли? Ну ладно, тогда первое свое название и говорите, а мы пока с мальчишками послушаем. Уважаемые дамы и господа, и уважаемая команда соперников, пишу представить вашему вниманию команду самых красивых, самых привлекательных и очаровательных девчонок под названием «Принцессы». Команда «Принцессы», давайте ее похлопаем нашим девчонкам. Итак, вот ее название, ну что ж, а сейчас уважаемая команда «Принцессы», уважаемые многомиллионные зрители, представляю вашему вниманию команду самых красивых девчонок, самых сильных и отважных мальчишек, самых крутых и дружных мальчишек и девчонок команду под названием «3-4». Макви! Команда «Макви»! Давайте похлопаем нашим «Макви»! Итак, замечательно. Ну что ж, и сейчас, уважаемые команды, вот мальчишки, скажите мне, пожалуйста, друг, вот как ты считаешь, кто из нас самый сильный, мы или девчонки? Мы, правильно, и сейчас мы докажем нашим девчонкам, что мы самые сильные. И для этого команда «Маквин», все строимся за мной, возьми красивый длинный дружный паровоз, здесь скорее. Команда «Маквин», все строится за мной. Итак, все строимся, и сейчас самое сложное. Друзья, как вы думаете, что это такое? Кто знает? Веревка? Нет, друг, это не веревка. Еще варианты, что это может быть? Девчонки, как вы думаете, что это такое у вас в руках? Как вы думаете, что это? Игра! Игра! Отлично! Вы в какой-то степени не правы. Это веревка и это игра. Но сейчас слушай внимательно девушку, она вам расскажет, что же это такое и для чего это нужно. Видят? Начинаем. 3, 2, 1, целим! Итак, сильнее, целим. Кто же у нас победит? Девчонки или мальчишки? Я вас не могу.
Итак, сильные-сильные друзья, тянем и поспешите, потому что у вас осталось буквально 5 секунд. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Замечательно. А теперь давайте похлопаем сами себе и друг другу. Круто справились, друзья. Но, девчонки, как вы считаете, кто у нас победил? Мальчишки или вы? Мы. Как вы думаете, кто выиграл? Ничья! Правильно, красавица! В этом состязании у нас совсем не получилось выявить победителя. Поэтому давайте еще раз похлопаем сами себе и друг другу, но это еще не все. Мы же с вами здесь собрались, чтобы выяснить, кто круче, мальчишки или девчонки. Поэтому сейчас я предлагаю проверить, кто самый гибкий. И для этого, мальчишки, все, строимся за мной, возить красивый, ты дружный паровозик, скорее, скорее. А девчонки, строятся за мной, скорее. Мальчишки, пойдемте. Со мной, назад. Итак, и сейчас все внимательно слушаем нашу Фьёшку. Итак, все внимательно. Уважаемые принцессы и команда Макри, ваша задача проходить под нашим лимбом и ни в коем случае не задевать его. Конечно же, потому что тот, кто заденет липу, тот у нас автоматически проигрывает. Девчонки, по нашей команде проходите под липой, кружитесь вокруг Мини-Маус. Мальчишки и команда Айдара, проходите под липой, кружитесь вокруг меня и делайте это до тех пор, пока мы вас не остановим. И самое главное, ни в коем случае не прикасаемся к нашему липу, потому что тот, кто заденет липу, тот превратится в самую настоящую, жареную, жирную сосиску. Итак, приготовились и по моей команде начинаем. 3, 2, 1, поехали! Совершенно верно, друзья! И самое главное, проходим под ритм и пританцовываем! Кто будет пританцовывать, тот у нас и по пути! Так, прекрасно, проходим под ритм и не задеваем его. Итак, отлично, друзья, проходим по трибу, а теперь наше задание немножечко усложняется. И не поднимается чуточку ниже. Прекрасно, друзья, в этом состязании точно победит команда мальчишек. Молодцы, девчонки, очень крепкие. Итак, ничего себе! Вот это да! Мальчишки показывают самый настоящий мастер-класс! Это девчонки проходят так быстро! Итак, а теперь наша липа становится еще ниже! Замечательно, проходим под нашим лимбо и ни в коем случае его не задеваем, потому что сейчас тот, кто заденет лимбо, тот будет самой настоящей вонючкой! Вот так все серьезно и опасно! Замечательно. А теперь наша липа становится еще ниже. Итак, отлично. Ничего себе. Проползаем, как самые настоящие червячки. И ни в коем случае не задеваем липу. Отлично. А теперь самый сложный уровень. Наша липа становится совсем низким. Все перепрыгивают и перешагивают. Не наступаем на лимбо. Итак, перепрыгиваем скорее через наше лимбо.
А сейчас, друзья, будьте крайне внимательны, потому что как только мы засчитаем на трех, вы должны будете построиться в своей команде. А тот, кто построится быстрее, как у нас, и победит! Один! Два! Три! Строимся! Мальчишки, за мной! Девчонки, за мини! Скорее, скорее, скорее! Мальчишки, за мной, за мной, за мной! Строимся! Мальчишки, за мной, за мной, за мной! Ладно, вот здесь все строимся. Давай, что победил в этом состязании? А ты что, не видела, кто поздравился быстрее, что ли? Девочки, конечно, построились быстрее. Нет, ты что, мальчишки построились быстрее, поэтому победила команда мальчишек! Давайте поаплодируем нашим мальчишкам! Так, ну что, не согласны с тем, что победили мальчишку? Ну ладно, тогда сейчас у вас будет шанс отыграться и доказать, что вы круче, девчонки. Но для начала, красавицы, вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, кто из вас круче танцует? Мы или вы? Мы! Мы или вы? Мы! Да, мы круче танцуем. Ну да, дальше проверять не будем, да? Девчонки знают, что мы круче танцуем. Давай, нет, давай. Ты что, Стёк, мы гораздо круче танцуем. Так, девчонки, вы что, не согласны с тем, что мы танцуем круче, чем вы? Нет. Ну тогда сейчас мы с вами проведем самый настоящий танцевальный батл. Но слушаем внимательно задание. В первом раунде, друзья, вы должны будете повторять все движения за нами. Сможете? Да! Ой, что-то вас очень плохо слышно. Ребятки, вы точно сможете? Да! Круто! Тогда сейчас все приготовились и повторяем движение за нами. Показываем все пальчи и чешем голову. Поехали! И другой ручкой. Опа, кальцем прикрасим животики. И другой ручкой. А теперь приготовились и повторяем! А теперь все вместе разминаем ручку. Поехали! И ванна! И другой ручкой. И еще ванна! Теперь двумя ручками! И все кружимся! Приготовили и повторяем! А теперь ручки на пояс и кружимся! Круто станцевали, но, Фёшка, как ты считаешь, кто у нас победил, мальчишки или девчонки? Конечно, девчонки! Нет, ну что, на самом деле мальчишки танцевали круче, поэтому сейчас я предлагаю устроить второй раунд наших состязаний. И задание объясняй ребяткам ты, потому что я еще не придумал задание для второго раунда. Задание для мальчишек? Мальчишки, вы будете танцевать как самый настоящий воздушный красавец! Справитесь? Да, они справятся. И тогда, девчонки, вы будете танцевать как самые настоящие мальчишки в клубах. Договорились? Договорились? Да. Хорошо. Ну, чтобы вам было легче, движение вам показывать Стёк, а вам Микки Маус. Ну что ж, тогда сейчас все вместе приготовились, мальчишки, девчонки, все повторяем за мной, танцуем как мальчишки на дискотеке. Поехали! Итак, все разминаемся, пока что готовимся к нашему самому крутому танцу. И сейчас, девчонки, все очень-очень весело постараемся. Поехали! Покажите девчонкам, как надо танцевать! Молодцы, девчонки!
сейчас, мальчишки, девчонки, приготовились и все танцуем, как восточные красавицы. Поехали! Итак, и сейчас, ребятки, вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас хочет получить волшебный подарок? Я. Отлично. Айдар, ты хочешь волшебный подарок? Круто. Тогда сейчас мы должны выполнить самое сложное задание. Но вы с ним, я уверен, справитесь очень легко. Поэтому сейчас, друзья, ваша задача, как только я досчитаю до трех, очень весело и круто станцевать. Сможете? Отлично, тогда все приготовились, а кто будет круче всех танцевать, тот и получит наши волшебные призы. Итак, внимание, 1, 2, 3, поехали, танцуем все вместе! Из этих шариков я вам могу сделать различные поделки. Цветочки, собачки, мячи, жирафы, кошки. Поэтому все аккуратненько подходим ко мне, и я для каждого из вас делаю различные поделки. Так, вот, давай начнем с этого. Айда, хочешь, я тебе сделаю меч? Walls.
Возьмемся за ручки, делаем один большой красивый круг. Все-все-все, беремся за ручки, делаем кружок. Итак, все вместе, беремся за ручки, делаем один большой красивый круг. Итак, все вместе беремся за руки, делаем один большой красивый круг, а в центр нашего круга мы приглашаем нашего именинника. Итак, все-все-все беремся за ручки, делаем кружочек. Айка, становись в центр нашего круга. Все-все-все вместе беремся за ручки, скорее-скорее-скорее, друзья. Итак, и сейчас, мальчишки, девчонки, кто знает, под какую песенку принято звать тортик? Кто нам подскажет? И как она называется? Правильно, Happy Birthday to you. Поэтому сейчас все вместе идем по нашему кругу и весело, громко начинаем петь эту песню. Итак, все вместе идем по кругу и весело, громко поем. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Хлопаем и кричим «Тортик! Тортик! Тортик! Тортик!» и встречаем самый вкусный и самый красивый в мире тортик. Итак, стой, Эдарчик, пока что закрывай глазки и начинай загадывать самые сокровенные желания. Закрывай глазки, загадывай желания. Все желания загадывай, они обязательно исполнятся. Ну что ж, загадал? Отлично, тогда сейчас задувай эту прекрасную свечку на своем прекрасном тортике. Задувай, Эльдарчик! Дуй сильно на свечку. Итак, сильнее, замечательно! Айдар, это еще не все. По нашим традициям фиоков, чтобы все твои желания обязательно исполнились, тебе необходимо от этого тортика самый большой кусочек откусить. Поэтому кусай, Айдар! Кусай, чтобы все желания исполнились! Отлично! А мы все вместе хлопами кричим «С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Ура!» Прекрасно! А теперь, уважаемые взрослые, ребятки, чтобы этот день запомнился на много-много лет вперед, у нас объявляется праздничная памятная фотосессия. Поэтому все подходим к нам поближе, все-все-все, вот здесь вот строимся, пишем на кругу, и давайте мы с вами сфотографируемся.
Так, вот это.